Приветствую вас. Хочу вам сообщить печальную новость. Согласно данным Госказначейства Украины, за 10 месяцев 2016 года дефицит государственного бюджета Украины составил больше 60 миллиардов гривен. Много? Я скажу, очень много. Потому что в том году был профицит почти 3 миллиарда гривен. И вот эта дырка, ну, в общем-то, начинает пугать. Почему это произошло? Это как раз произошло потому, что, ну, скажем, потому что произошло. Если помните, в том году был я ценник. Что он делал? Ну, он фактически заморозил выплату зарплат, пенсии и так дальше. Плюс усилил фискальное давление, вот это вот изъятие денег с помощью НДС. Помните, да? Когда фактически деньги изымались, возмещение НДС не работало. В результате плюс налоги с физлиц тоже. Вот это все и дало свой эффект. И, кстати, действительно получился профицит. То есть Яценюк смог в том году нарисовать профицит. Но понимаете, что получилось? Он-то его сделал. Но как только стал Гройсман, как только он начал, ну, хотя бы чуть-чуть выравнивать, но платить те долги, которые не платил Яценюк, дефицит опять пошел. Если кто не помнит, напомним, что в принципе в 2013 году тоже был дефицит, но значительно меньше. То есть дефицит был около 30 миллиардов. Сейчас 60. Ну, кто-то скажет, поменялось, да, поменялось. Но возникает вопрос, а где же реформа? Вы же все же помните, вот мы пройдем реформу, у нас не будет дефицита, ура, ура. И спорим. Самое интересное то, что 60 миллиардов, если таким, то мы, грубо говоря, выпрыгнем со всех показателей, которые мы, ну, обещали Международному валютному фонду. Потому что, если вы знаете, есть там такой показатель дефицита государственного бюджета. Вот на этот год он должен не превышать был 3,4%. А здесь значительно больше 6%. Вот такая ситуация. Бывает.